Всем привет, ребят, с вами я, Андрей, и сегодня мы с вами поиграем в новую игру под названием Wild Simulator Crocodile. Я раньше, помню, видел эту игру, но не мог ее скачать, да и вообще прошло уже очень много времени. Блин, сегодня мы с вами, короче, поностальгируем, вернемся в те самые старые далекие времена, когда вот, ну, еще были вот такие симуляторы. Ну, короче, итак, вот тут у нас встречает крокодильчик. Итак, давайте начнем. Нажимаем play. Так, ну что, давайте посмотрим. Так, ну графика вроде бы хорошая. И крокодил цел тоже. Правда, с хвостиком надо было немного доработать. Так, ну вот, я уже вижу на карте двух зебр. Эта игра, кстати, от разработчиков, что создали симулятор тиранозавра. Ну, не тот симулятор тиранозавра, за который мы играли еще в прошлый раз. Нет, это другой. Это другой симулятор тиранозавра. Ну, короче, не суть. Ладно. Это что такое? Ребята, это вы видите? Что это такое? Да, сомневаться, конечно, разработчики так, ну, не постарались. Ну, да ладно. Итак, ну, тут я уже вижу зебру. Ну, что ж, давайте ее. Ой, что? Ух ты. Вот зебра-то непростая, она боевая. Ух ты, так, блин, жалко, камеру повернуть нельзя, ну. Блин, анимацию так не посмотришь. Так не посмотришь, как крокодил ест. Ну что ж, давайте посмотрим на анимацию бега. Господи, что это такое? Боже, ну ничего страшного в целом, это же, ну, старый симулятор. В целом, для своего времени, я думаю, сойдет. Так, ну давайте немного поедим. Наши, кстати, тут еще у нас есть задание. Его нам нужно убить двух газелей. Ой, а там кто? А кто это там? Опа, лев, ребят, я не знаю. Да, точнее, не лев, это львица. Ну, ничего страшного. Так, мы ее обойдем стороной. Ну что ж, давайте, наверное... Ой, я тут как раз вижу двух газельчик. О, они от меня убегают. Стоять, от меня не убежишь. А, блин, у меня энергия кончилась. А, в целом мы же ее можем и так добить. Ну что ж, вот сейчас давайте я следующую сейчас подобью. И так, давай, иди сюда. Все. Мы убили двух газелек. И теперь там у нас есть еще одно задание. Нам нужно опять же убить двух газелек почему-то опять. И еще убить одну зебру. Ну ладно, давайте мы займемся этим. Так, ну что, идем. Ну что ж, зебрушки, давайте, идите сюда. Хоп. Ну что, зебра-то как атакует? Еще пастью как-то. Так, давайте еще раз поедим. Блин, Лиза, жалко то, что это одиночная игра. И придется играть только... Придется играть только одному. Да и к тому же задания тут довольно странные. Да и камера еще не поворачивается. Ну, в целом, это старый симулятор. И тогда еще... нормальных таких игр не было. А вот сейчас вот в целом эта игра, ну, я думаю, не будет никому интересна, она уже не актуальна, но, кстати, ребята, вот, мне вот что-то кажется, давайте попробуем, наверное, я не знаю, сразиться с львицей. Ребят, идея плохая, ну, давайте попробуем. Так, ну что, иди сюда, львица. Опа, она на меня нападает уже, ребята. Ёлки-коки, она у меня хп отнимает, давай, крокодильчик. Давай, нет, все, а чё такая, блин, ребят, у нас прошла реклама, ну, реально, ребят, еще минусы в том, что анимация тут довольно какая-то кривая, типа походка крокодила, там, его смерть, все. Ну, еще, так же, как я уже и сказал, хвост немного, они как будто не доработали. Ну что, так. Ну, еще тут на карте вижу слон. Нифига себе, какой здоровый, прям, ну, не похож немного на слона, больше похож на мамонта, хотя слон мамонт это прицельно. Ну и тоже, ничего, слон. Нет, на слона, ребят, я не полезу на слона. Слон отстанет меня. Отстань, я говорю тебе. Не надо меня топтать или не знаю, что ты там еще со мной сделаешь. Но не надо. Я
Я ничего тебе не сделал. Я просто прошел мимо. Чего ты, блин, на меня сразу так нападаешь? Да. Ребят, ну что ж, что нам делать-то в целом дальше? Ну, ничего не остается, кроме как просто побегать или еще что-то поохотиться, повыполнять задание, еще всякое. А! И еще тут можно, кстати, да блин, да работайте кнопки! Ребята, у меня что-то в последнее время кнопки совсем перестали работать так. Ну, в общем, все как в обычном симуляторе. Опа! Ого, тут жираф. Жирафик. Ну-ка, давайте-ка попробуем на него, скажем так, цапнем его. Ого, а у него 77 хп, ну окей. Так. Ну, он меня не трогает, но давайте попробуем. Так, на тебе. На тебе, на тебе. Давайте, давайте, давайте. О, ребят, у нас получается его добить. Давай, 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 все. Все. О, у нас там еще какая-то шкала увеличилась или что это, я не знаю. Так, ну что, давайте... Ой, он исчез уже у нас. Ну, что в целом могу сказать? Игра, ну, прикольная, но... Однако, не без косяков. Все-таки игра старая, да и все-таки сейчас это уже, ну, сейчас ты понимаешь, что, ну, она совсем не такая, как другие симуляторы, но все-таки поиграть, думаю, можно. Ну, я думаю, на 7 баллов она, ну, я имею в виду, я ей поставлю оценку, пожалуй, где-то 7 или 8 из 10, поскольку, ну, да, симулятор хороший, но, опять же, как я уже и сказал, не без косяков. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось видео, вы обязательно поставите лайк, подпишитесь на канал, да, я понимаю, видео получилось не такое уж большое, как в прошлый раз, но да ладно. Все, всем спасибо, всем пока.